Всем огромный привет. Я приехала в магазин Fix Price, который находится по адресу Сыромолотова, 28А, город Екатеринбург. Складная коробка с очень приятным летним рисунком, размер 30x20 и высота 20 сантиметров. Кстати, материал, по-моему, непромокаемый, блестит глянцевый. Цена 149 рублей. Коробка сделана из нетканого материала и без крышки. Когда-то у меня были такие коробки, они подходят для хранения вещей. Что-то тяжелое класть не рекомендуется. Картон отламывается и не ломается. Новые шторы для ванны 180 на 180 сантиметров. Полиэстер. Серо-белое. И с рисунком. Кораллы. Вот такая. Все симпатичные. Толщина прилично, не тонкая. Если покупали именно из этой серии, напишите. Промокает? Нет. Привезли новую пряжу, производитель Турция. 100 граммов, 240 метров. В составе 50% акрил и остальное шерсть. Цена 174,50. На выбор 4 цвета. Тапочки-собачки по качеству вполне неплохие, во всяком случае. Это первое впечатление. Размер, к сожалению, только 41. Наверное, маленькие раскупили. Цена 399 рублей. Классные. Еще есть серенькие. Другой дизайн. Понравились не меньше. Размеры 37-38, есть больше. Такая же подошва. И вот такая милота с бантами. Размеры 37 и максимальный 41. 399 рублей. Указан размер 38-39, но мне кажется, тапочки мало мерят. Ассортимент неплохой, выбор есть. Герметик прокладка силиконовый, вес 85 граммов. Написано, что полимеризуется за 15 минут. Термостойкий, минус 60, плюс 350 градусов. Нейтральный запах. Цена 174 рубля. Два цвета, серый и второй черный. В отделе с инструментами клей ПВХ, жидкая латка для ремонта ПВХ изделий. 15 мл, цена 149 рублей. Понравилась мочалка для душа, 79 рублей. Розовая, желтая и фиолетовая. Вчера показывала мочалки, сегодня все выставили, оказывается, еще два цвета. Они стоят 124 рубля. С ушками, мочалки, кошечки. Это дозатор для мыла, который показывала в прошлом обзоре. Сейчас протестировали, работает. Нажимаете на кнопочку, подносите руки. Но мыло здесь не разбавленное. Писали, что нужно разбавлять 1:3. Хотя на упаковке указано 1:1. На Дзене положительный отзыв, на Ютубе в основном отрицательный. Но сейчас я протестировала в магазине. Все получилось, работает. Миска из нержавеющей стали. Ранее мне оставляли исключительно положительные отзывы. Много лет пользуются. Новые миски с мерными делениями. Объем 1,6 литра. Цена 149 рублей. Металл не тонкий. Вчера снимала тарелки и решила, что они старые. Из старой коллекции оказалось, что это новинка. Из керамики изготовлены, 149 рублей. Но на икеевские не похожи. В том плане, что не такие аккуратные. И покрытие совершенно другое. В продаже три цвета, вторая серенькая, 26 сантиметров диаметр, 149 рублей. А плоские мне больше понравились. Аккуратные, дефектов не вижу. Мне тоже. Блюдце стоит 62 рубля, 14 сантиметров. И салатник показывала вчера, 62 рубля. Один в один, как мои из Икеи. Но у меня кружка и блюдце. Это не все. Тарелка 20 сантиметров, 87 рублей. И еще один салатник, 99 рублей. Вот такая серия. Стеклянная конфетница, 860 миллилитров, 199 рублей. Крышечка серьезная. Бокал для вина с надписями, 249 рублей. Здесь написано «Королева», 650 миллилитров. Также есть «Мотая нервы качественно» и «Разве я не прелесть». Стеклянный молочник, боросиликатное стекло, 350 объем, цена 124 рубля. Хорошенький. Нашла кружки к блюдцам. 240 миллилитров крошечки, но я как раз люблю такой размер. Кофе из таких пить, 62 рубля. Парные кружки продаются в коробке, указано, что керамика.
Это доломит, когда нальете воду, скорее всего, потрескается. И смотрите, какие толстые стенки. Я не уверена, что будет удобно пить из таких. Цена 299 рублей. Задумка интересная, но исполнение так себе. Хотя может кому-то понравиться. Для свечей можно использовать, свечи в таких сделать. Печенье сахарное со вкусом яблоко-корица. Ключевое слово со вкусом, потому что есть ароматизатор. На свежих яйцах, на сгущенном молоке написано и на маргарине. Вес 350 граммов, цена 69 рублей. Корзинка Ротанг раскупает отлично, не напрасно, потому что они отличного качества. Я пользуюсь около 10 лет, ничего с ними не происходит. Прочные, цена 199 рублей, но покупала в метро. Раньше, кстати, стоили гораздо дороже. Сейчас рынок насытился, поэтому цена снизилась. Два цвета. Массажер у нас ассоциируется с машинкой. Снимает усталость, активизирует кровообращение, тонизирует и разглаживает кожу. Из дерева сделан и колеса из ПВХ. Цена 149 рублей. Другая форма 124 рубля. Огромный пинцет. Не уверена, что таким удобно пользоваться. У меня всегда были маленькие, в 3 раза меньше, щеточкой. Сделан из нержавеющей стали. Цена 99 рублей. Расческа для ресниц 10 мм. Самое главное, чтобы ресницы были. Но, скорее всего, для искусственных. Цена 99 рублей. Отбеливатель частин 400 граммов. Предназначен для отбеливания изделий из всех видов тканей, кроме натурального шелка. Удаляет пятна кофе, чая, вина, ягод, фруктов. Нужно в стиральную машину добавить 70-80 граммов порошка. 99 рублей. Рядом с отбеливателем стоит кислородный очиститель. Это уже универсальное средство. Можно использовать для кухонных изделий. Также для цветных, белых тканей. Цена такая же. 99 рублей, 400 граммов. От Palmolive новинка. Мыло 5 кусков по 70 граммов. Цена 199 рублей. Производитель Турция. Состав в целом приемлемый. Посмотрела внимательно, все же есть парфюмерная композиция, помимо натуральных одушек, поэтому запах настолько привлекательный. Зубная паста «Кокос» давно не была в продаже, 100 граммов, цена 99 рублей, производит Китай. Несколько видов – лечебные травы, женьшень, морские водоросли и морская соль. Состав очень бюджетный, первым стоит увлажняющий смягчающий компонент, далее абразив диоксид кремния, пафлуурил. Агрессивный диоксид титана, белый краситель, консерванты, парабены. И привезли много зубной пасты Colgate Max Блеск. 100 мл, 174,50. Ранее из этой серии пасту покупали. Мне понравилась упаковка, действительно удобно пользоваться. Состав немного лучше, чем у тех, которые до этого показывала, но тоже есть пафлуурил и фтор. Кто-то берет с фтором, кто-то без него предпочитает. 199 рублей. Но расход очень экономичный. Такие резинки снимали в другом фикс-прайсе, а на Сыромолотова только сейчас привезли. 59 рублей за 5 штучек, разноцветные. Резинки отличные. И есть более сдержанные цвета. Мерси, я думаю, привезли к 8 марта. Упаковка стоит 279 рублей с картой фикс-прайса. Без карты 299 рублей. Всего 4 вкуса. 250 граммов. Конфеты «Родные просторы» с начинкой с фундуком и хрустящей обсыпкой. 149 рублей, 180 граммов. Конфеты «Мерси» лежат на кассе и антиперспирант «Невея» для мужчин 48 часов защиты. Цена 249. Наверное, это новая упаковочная бумага. Очень приятные расцветки, новые рисунки с собакой, с цветами. Еще одна. Размер 70 на 100, цена 55 рублей. Еще два рисунка и есть упаковочная бумага 2 метра на 62 сантиметра. Она тоже без блесток, цена 62 рубля. В отделе для животных новинка суп Феликс. Только с говядиной, 50 граммов, цена 18,30. На этот корм самая низкая цена чаппи, 85 граммов с говядиной. Других нет. Игровой набор «Маленький повар». В наборе 4 продукта на липучках, доска разделочная и нож. Я точно такой же набор тебе, Амина, покупала. Нравился, играла, причем долго. Возраст 3+, 174 рубля. Фрукты, ягода, овощи, морепродукты и снова овощи. Машинка на радиоуправлении. В комплекте машинка и пульт. Может ездить в 4 направлениях.
с подсветкой, но прослужит подсветка недолго. Всего 2000 часов. Цена 349 рублей. Покажи машинку. Несколько цветов. Игровой набор лодочка. Можно играть в ванной. Лодочка сделана из различных деталей. Пирамидка. Цена 249 рублей. С рыбкой. Рыбка из ПВХ мягкая.